Москве. Нам это не нравится, и поэтому мы здесь сегодня все собрались. Наше мероприятие мы назвали «Акция протеста против политического преследования граждан». Наша акция посвящена в первую очередь защиту Навального и Алексею против и преследования по политическим мотивам, который был вынесен 30 декабря. И мы хотели бы это высказать публично. Власть сделала все, чтобы смазать выступление протестное. Был перенесен приговор на 30 число. Вот такие дела. Алексею дали условный срок, а его брату дали реальный. Все это, разумеется, повлияло на то, что протест был размазан, смыт, снит. Тем не менее, мы решили все-таки провести эту акцию сегодня, 15 числа. Мы считаем, что это важно. И спасибо большое, вам, что Бессонов, вы здесь тоже считаете, что нужно это.